Бывший лидер рейтинга Pound for Pound и чемпион двух весовых категорий Андер Уорд официально завершил карьеру в прошлом году. Разместил на своей странице в социальной сети пост следующего содержания. «Взвешивался вчера 199 фунтов. Одни мускулы, серьезно. Мы работаем над кое-чем особенным». Фанаты моментально сделали вывод, что боксер планирует вернуться на ринг, причем сделать это в рамках первого тяжелого веса. Напомним, в прошлом году команда Андера длительное время вела переговоры с британцем Тони Беллио о бое в курзервейте, однако тогда переговоры успехом не увенчались. Возможно, ситуация сдвинулась с мертвой точки, и теперь Уорд решил повременить с пенсией ради денежного поединка. Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко заявил, что не планирует боксировать с бывшим чемпионом мира в 8-весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо. На самом-то деле, когда мне сначала предложили этот бой, я загорелся, мне было интересно, во-первых, потому что это легенда, во-вторых, потому что это большое имя, это топ-боец. Единственный вопрос был, в каком весе мы будем сражаться. Пакьяо сейчас боец веса 66 килограмм, я сейчас только пытаюсь перейти в 61. Если я сейчас сразу же полезу там в 66 или в 63, это будет абсолютно неразумно и нелогично, просто физиологически. Поэтому на сегодняшний момент, конкретно вот в данный момент, в течение этого года, и это будет... Я бой этот не возьму, я не буду. Потом, если вдруг через год поднимется вопрос сражаться с Пакьяо, и как бы я его не провел, скажет, ты побил старика, ты побил его не в своем весе, и понятно, что я не буду через год в 66 драться, и там, если буду боксировать, то в 63. Скажет, ты загнал его не в его вес. В общем, снова... В этой ситуации я ничего не выиграл. Согласно словам промоутера Тома Лефлера, в случае, если переговоры по реваншу между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом зайдут в тупик, то следующим поединком для Triple G может стать объединительный бой с чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом из Великобритании. Сондерс всегда был на нашем радаре. Он одержал невероятную победу над Давидом Лемье, и у него по-прежнему последний недостающий в коллекции Головкина чемпионский титул. Головкин всегда хотел встретиться с Сондерсом. Скажу так, если бой с Канело не состоится, тогда мы бросим все силы на переговоры с Сондерсом.